крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «ф». Я сегодня не такой, как вчера. Вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Люди с этим именем отличаются скромностью, простотой и робостью. Главным образом они стремятся быть полезными окружающим, помогать другим и поддерживать нуждающихся. Владельцы этого имени должны развивать в себе такие черты, как терпеливость, мягкость, уважение к другим, альтруизм, а также открытость и вежливость. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Люди с этим именем думают прежде, чем совершают поступок. Они дипломатичны и тактичны, умеют приспособиться в любой ситуации и чутко улавливают дисгармонию в окружающих людях или предметах. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.